Многие хищники почти всю свою жизнь курсируют в открытом океане в постоянных поисках пищи. Громадные скаты, питающиеся планктоном, легко скользят в толще воды. Океаническая длиннокрылая акула. Она тоже тратит свою энергию очень экономно. Эта акула без труда находит пищу в самых пустынных частях открытого океана, патрулируя верхние 100 метров толщи воды. Вкус в воде – это эквивалент запаха в воздухе. Длиннокрылая акула способна распознавать мельчайшие оттенки вкуса воды. Акулу сопровождают маленькие лоцманы. Акула найдет добычу гораздо быстрее, чем они. И тогда лоцманам достанутся остатки ее трапезы. Длинные грудные плавники позволяют акуле парить в воде, не прилагая к этому почти никаких усилий. Вот акула нашла стаю элагатов. Будь возможность, она бы их мигом проглотила. Но элагаты быстрые и проворные, их не так-то легко поймать. Поэтому акула выжидает. Есть шанс найти ослабленную рыбу, которую легче схватить. И охотница терпеливо ждет.